Война всегда заставала людей врасплох. Поверить в то, что уже завтра твоя жизнь будет сломана навсегда, невозможно. К этому нельзя подготовиться. В той войне ставки росли слишком быстро. Все решали секунды. На разумное решение просто не хватило времени. А потом время остановилось навсегда. История закончилась. Эпоха человека подошла к концу. Мгновение ока мегаполисы были стерты с лица земли. Целые континенты стали непригодными для обитания. Атомный молох пожрал и правых, и виноватых, и непричастных. Большинство так и не узнало, что произошло. Земля изменила свой лик. Одни страны превратились в пустыню, другие канули под воду. Вымерли даже те города, которые были защищены от ядерных ударов. 99 из 100 их жителей погибли. Последним убежищем для выживших на десятилетие стало московское метро. Самый большой в мире противоатомный бункер. Именно метро будет для человечества новым Ноевым ковчегом. Или гигантской братской могилой. Думаешь, ты выживешь?